Итак, поиск готового упражнения. Мы зашли в свой аккаунт, вот он здесь пишет, как нас зовут. После этого мы нажимаем на «Все упражнения». Вам будет удобней, если вы воспользуетесь ползунком, который позволяет выбрать уровень, для которого вы собираетесь искать упражнения. Старшие классы, средняя школа, для начинающих, начальная школа. Давайте найдем упражнения, которые от начальной до средней школы. Возьмем, скажем, информатику. Возьмем графический редактор Paint. А теперь посмотрите, пожалуйста. Вы можете выбрать темы внутри категории. Вы видите, что здесь достаточно много страниц. И если вы наводите мышку на какую-нибудь игру, вы видите, что это в данном случае тема «Графический редактор», игра по принципу соответствия в сетке, автор Елена Банникова, язык русский, и 2952 пользователя просмотрели это упражнение и считают, что оно имеет не менее 4 звезд из 5. Заполнить пропуски, сортировка картинок, выделить слова, сортировка картинок еще одна. Вы можете выбирать упражнение, которое вам понравилось. Если на этой странице вам не понравилось ничего, вы можете переключиться на следующую. Это по-прежнему тема «Графический редактор», как вы видите. Или уйти далее. Видите, появилась шестая, седьмая страница. Или создать свое собственное упражнение, но об этом мы поговорим чуть позже.